Отмотаем время на год назад. Эти копы и прокуроры тогда не перебегали вам дорогу. А теперь в чем дело? Слушайте, я знаю, почему вы проводите свои занятия по групповой терапии лишь при дневном свете. Я знаю, почему вы боитесь выходить ночью. Не просто на тебя выйти. Когда дело плохо, эти цивилизованные люди сожрут друг друга. Я заставлю карандаш исчезнуть. Та-дам! Он испарился. Я объявляю награду. 500 штук за голову этого клоуна. 1 000 000 за живого. Хочу его хорошим манерам учить. Никто тебе ничего не скажет. Ты ведь на страже закона, у тебя правила. Джокер, у него нет правил. Никто не станет переходить ему дорогу. Бэтмен объявил, что намерен сдаться. Но сначала давайте подумаем. Подчиняться ли требованиям террориста? Их принципы, их кодекс. Всего лишь слова. Смотри, что я сделал с городом с помощью бензина и пары. Just...